На юге области создают бережливое производство. Устьянская молочная компания стала первым предприятием, где начинается работа совместно с Федеральным центром компетенций. Все по нацпроекту «Производительность труда». Каких результатов ждут, узнал Артемий Заварзин. Устьянская молочная компания первопроходец уже во многих вопросах, но такая перезагрузка – совершенно новый формат. Предприятие начинает делать производство бережливым. Для ОМК, да и всей Архангельской области, это первый опыт работы с Федеральным центром компетенций. У нас очень большой холдинг, который занимается и сырьем, производством сырья, а также и переработкой данного сырья. Переработки сырья мы начали буквально, перерабатывать сырье мы начали буквально недавно, и мы такие, можно сказать, новички в этом вопросе, то есть буквально порядка полутора лет мы этим занимаемся. Поэтому мы не хотим допустить ошибок и хотим сразу изначально сделать все правильно. Как правильно, подскажут эксперты. Подготовительные этапы диагностики завершены, теперь курс на улучшение. Созданы специальные группы, сотрудники ставят перед собой цели, выявляют скрытые резервы в алгоритмах и технологиях работы, которые становятся основой для бережливого формата. Результатом должен стать рост производительности труда на 5% ежегодно в течение 3 лет. Предприятиям это позволит снизить издержки производства, повысить прибыль, снизить себестоимость продукции, обеспечить спрос на рынке. Изменения станут возможными благодаря нацпроекту «Производительность труда». Для предприятий работа с экспертами Федерального центра компетенций бесплатная, но к участникам есть ряд требований. Выручка не менее 400 миллионов в год. Второе основное требование – это доля иностранного капитала не более 50%. Предприятие должно быть резидентом данного региона. То есть зарегистрирована здесь производственная площадка, здесь, в Архангельской области. Всего в Архангельской области планируется реализовать 6 проектов с участием федеральных экспертов. Еще 12 при поддержке регионального центра компетенций. Он был открыт в июне этого года. В следующем году региональный центр компетенций пройдет сертификацию и приступит уже к самостоятельному ведению проектов с предприятиями Архангельской области. В этом году переход на бережливое производство начнут 3 предприятия региона. Всего по стране участников этого нацпроекта больше 2,5 тысяч. Артемий Заварзин, Олег Колтышев, Регион 29.